Добрый день, любители биатлона! Сегодня, 16 ноября, в Тюмени на контрольной тренировке женской сборной России по биатлону прошел масс-старт. Победу одержала Евгения Буртасова, второй финишировала Анастасия Шевченко, а замкнула тройку лучших Кристина Резцова. По итогам контрольных гонок, которые прошли в Тюмени 15 и 16 ноября, тренерский штаб сборной России определился с составом женских команд, стартующих в Кубке мира и Кубке IBU. На Кубок мира поедут Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова. На Кубок IBU. Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.